администрацию Одинцовского городского округа поступили жалобы на слив сточных вод из автомойки, расположенной в городе Одинцово на улице Маковского. Представители администрации муниципалитета выехали на место с проверкой. Факты подтвердились. С площадки автомойки по шлангу сливали сточные воды на территорию общего пользования. Они могли попадать и в ручей, питающий Глазынинский пруд, а этот водоем ранее уже загрязнялся нефтепродуктами. Материалы проверки по обращениям граждан были направлены в административную комиссию муниципалитета для рассмотрения.